Всем привет и добро пожаловать на канал Гарик Талисман ТВ. Сегодня у нас обзор довольно эксцентричного шоу на ТНТ «Ты топ-модель». Итак, 11 апреля на канале ТНТ вышел 4-й выпуск реалити-шоу «Ты топ-модель». После долгих кастингов нарисовался топ-14, и участницы наконец-то заселились в модельный, так сказать, дом, больше похожий на гастарбайтерскую общагу с двухэтажными кроватями и тапочками из Икеи. Самые наглые поселились на первом этаже, скромняшки же на втором. Одной из моделей не досталось кровати, и ей пришлось ночевать прямо в гостиной на диване. На следующее утро девушек ждало одно из ключевых событий проекта – преображение. Процессом руководил лысый блогер-модельер Гоша Карцев и лысый стилист по волосам Алексей Осипчук. Вполне закономерно, что участницы боялись стать копией Яны Добролюбовой и лишиться работы. Но на саму Яну надели страшный светло-рыжий парик и назвали этот образ Лилу из «Пятого элемента». Еву Эванс покрасили в черный цвет, Викторию Кузнецову в розовый неон, Александру Косыгину и Лизу Вдовину завели под пуделя, а Милу Ромову превратили из рокерши в страшную версию Андрея Петрова. Самое кардинальное преображение случилось с Тиной Той. Ей состригли весь слипшийся кератин и сделали блондинистую версию типичной африканской стрижки. Больше всех повезло Полине Засименковой и Сабине Рабая. Их волосы почти не тронули. И единственным испытанием выпуска это была фотосессия на тему страха в роли партнера реквизита «Змеи, гекконы, пауки и улитки». Фотографиня Ольга Тупоногова-Волкова попыталась вытянуть из опытных и не очень моделей что-то интересненькое и необычное. В целом фотографии получились неплохие, но главной фэшн-экспертине проекта Анастасии Рештовой, которую смогли откачать к середине сезона, понравилось далеко не все фотоснимки. Ведущие шоу забыли объяснить, в чем состояла суть испытания, и она в очередной раз выглядела глупо в глазах участниц и телезрителей. Проект покинули двое моделей – Полина Чернишова и Александра Косыгина. А с вами был канал Гарик Талисман ТВ. До скорых встреч. Пока-пока.